Всем доброго времени суток. Главный трэш-токер страны Магомета Исмаилова попал в аварию. Об этом Исмаилов рассказал у себя на странице в Инстаграме. Что там случилось, Мухаммад? Сейчас я тебе расскажу, брат. Непонятно получилось, короче. Передо мной останавливается машина. Пешеход еще не зашел на пешеход. Он как бы культурный, вежливый человек, во всей видимости. Он резко затормозил. Ну не резко затормозил, вот я думал, он не будет, я думал, он проедет. А он остановился, я чуть-чуть, походу, зевнул в этот момент. И потом... Видеозапись пошла. Да, шабельная тема, вообще лопа. Так. Вот. И вот ситуация такая. Я такой, короче, этот момент, по тормозам она, ушел сюда, и уже думал, нет, и на, вот так засадился я. И один момент чуть-чуть меня, понесло. Я зацепил так, потерялся в бою, зацепил руль, на колено, по рулю. А потом догоняю, ситуация же, просто авария же, чуть руль не задушил, Потом на удушающий вышел, ногу сюда закинул, зацепил на треугольник. Что бы ни случилось, не расстраиваемся, ситуация такая. Две новые сечки на голове, я украшен, В следующем бою я буду более грозным, вот так буду идти на соперника, вот так. Че ты? А тут такие сечки, сердце. Чисто психологическое давление. Да, Мухаммад? Все бомба.